Ну а если вы, ребята, хотите такой же самый инвентарь, поставьте огромный лайк прямо в эту секунду и подпишитесь на мой канал. Ержан! Ержан приглашает спать. Ержан, вставай. Хей-йоу, ребята, меня зовут Кент АПК, и сегодня я не один, со мной Тик-так. И прямо сегодня у нас будет самая эпичная битва кейсов у Тик-така дома. Да, мало ли кто не знает, я живу прямо у него дома и спим с ним в одной... комнате. В комнате, да, да. Так, ну что же, у нас сегодня будет очень необычное открытие кейса, потому что я, ребята, планирую сделать его таким. Ты выбираешь 10 любых кейсов, но одного типа. И я 10 любых кейсов одного типа. Выбирай. Можно я первый? Fable, Rival, Furious, Origin. Давай. Но ты не можешь выбрать такого же, как я выберу. Даже не знаю, наверное, 10 Fable кейсов. Ну а я, ребята, выберу 10 Origin кейсов. Поехали. Офигеть, Кент, откуда у тебя такие дорогие скины Керамбит Голд? Все эти скины я выбил на сайте Stand of Drop. Я буду там кейсы открывать. Хочешь АВМ Спорт или Керамбит Голд? Тогда тебе на Stand of Drop. Все эти другие скины уже ждут тебя. Прямо сейчас ты можешь открыть совершенно бесплатный кейс. Моментальные выводы скинов и приятные бонусы ждут тебя на Stand of Drop. Ссылка в описании. Вот мы, ребята, купили 10 Fable кейсов и 10 Origin кейсов. Правила битвы кейсов очень простые. Победитель забирает все скины проигравшего. Так что, Тик-так, я тебе желаю удачи. Да, спасибо. Ну давай. Ладно, давай. Желаю тебе удачи и желаю тебе побольше твоих любимых рарок. Так, ну что, ты готов? Конечно. Еще раз напоминаю, что Fable кейсы — это кейсы Тик-така. Открывай первый кейс. Да, я да, тебе да. Желаю успеха. Открывай. Удачи. Первый кейс. Но вы, уважаемые подписчики, не забудьте поставить лайк. Если вы наберете много лайков, я останусь жить у Тик-така навсегда. Я первый кейс открою. Давай. Сейчас достану свой. Так, братик, главное, не фукни. Бум! Давай, давай, давай. Я достал огромный ремень и ремнем нажал, лиздарденский пролетает. Ну а я, ребята, выбрал именно Origin кейсы. Вы все спросите, почему? Ответ крайне прост. АКР Treasure Hunter статрек — это самый дорогой скин. И поэтому, возможно, мне сегодня повезет. Я так кривляюсь, наверное, в комментариях будет писать Тик-так наркоман. Ну что же, очередь профессионала, очередь папочки. Смотрите, как надо выбивать топовые скины. Папочка, папочка уже открыл кейс. Папочка сидит. Папочка уже открыл. Папочка сидит в кресле. И о, у меня дороже. Статрек дороже стоит. Шляпендрик. Ну че, пощены, выиграли, выиграли стрим снайпера 1-0. Шляпендрик, ребят, шляпендрик. Давайте. Ну, давай, я открываю, ты че мой кейс, я не хотел этот кейс открывать, я хотел третий открыть. Давай. Берет мне свой вонючий кейс. Пощены, пока что Кента пока побеждает, 1-0. Из третьего кейса, смотрите, сейчас выпадет мне... Да ты что, да подкручиваешь. Мои поздравления, мои поздравления. Давай, открывай. Мои поздравления. Ладно. Ты что ты хочешь от меня? Да подожди, рукопожатие. Дружеское рукопожатие. Давай. Я прикопался. Убери руки от меня. Да давай, дружеское рукопожатие. Рукопожатие. Ладно. Да подожди. Фу, ты ж плюнул, вот так я хотел. Вот так, смотри, вот так. Вот такое рукопожатие, пацаны. Давай. Так, ну что же, пока что тебе выпал 5-7 Tactical. Ну ничего, братик, не расстраивайся, сейчас тебе папочка покажет мастер-класс. Ребята, смотрите и запоминайте. Я опять просто тотально канально отымел Тик-така. Чё, не хлопайте, она не верится, такая шляпа. Реально, такой-то невменяемый. Ну чё, веселое видео будет. Тик-так, если нож, 3 очка сразу. Если аркана 2, то есть нож 3. Окей, окей. Давай. Пока что 2-0, я побеждаю. Но у Тик-так еще есть маленький шанс, как его пипирка. Так это сколько? Рассказываю заклинание. Заклинание, кейс. Кент АПК Трис Мвпадамус Нажамус. Вот это заклинание. Нет, так это неправильное заклинание. Это эпик. Ой-ой-ой. Это эпик, братик, неправильное заклинание. Смотри. Я же эпик и хотел себе. А если прарка? Я пюрорку и хотел. Пацаны, смотрите правильное заклинание. Хэштикмус, комментаримус, тиктамус, 03 сымимус.
Поехали. Просто смотри, смотри, я сейчас тебя уделаю, я тебя уничтожу. Да ты шо? Статрек, смотри, статрек. Тотальное уничтожение, пацаны, просто забрил меня с земли, окей, нахрен. Окей, окей. Тотально уничтожены, окей. Ребята. 3-1, 3-1, 3-1, давай. Тотально канально уничтожены. Что они себя, с кем вижу, мне страшно по ночам засыпать. Однажды, пацаны, я вам скажу, так, тик-так, проснулся. Ладно. Так, статреки выпадают нам, да? Конечно же. Нам выпал статрек, дальше что тебе выпадает, смотрим. 3-1, Кента пока выигрывает, и, скорее всего, сейчас будет 4-1. Ребята, я этот кейс берег на самый-самый конец. Посмотрите, видите, вот этот Origin кейс. Я его берег. Сейчас я выбью нож или аркану. Давай. Вау! Ну все равно. Молодец, браво, браво. И показал, кто главный. Ребята, браво. 4-1. А, давай. Ну что, давайте сейчас просто выбьем ножик и сравняем счет по-быстренькому. Давай. Смотри, обманываю кейс, нажимаю типа открыть кейс, думаю, что в этом кейсе будет рарка, а я открываю третий кейс и убиваю. Ребят, как называется эта болезнь? Аркану, чекай. Офигеть, ты обманщик. Хэштег обманщик. Ой, я хотел сказать легендарку, сказал аркану. Пацаны, вот ты это... Обманщик. Изи, давай, изи. Окей. Изи, я сейчас тоже обману. Ты был изи, давай. Так, открываю кейс, обманываю кейс на лоха Халимова. Он думает, что мне выпал нож, на самом деле выпала рарка. Сейчас пацаны будут аркана. Ты опять тот же кейс открыл. Поехали. Опа. А что тебе выпало? Мне легендарка. 4-2. 4-2? Да ну, ребята, этот нубик хочет меня догнать. Но не так-то было, пацаны, вы же знаете. Чекайте, смотрите. Давай. Раз, два, три. Ты только мой кейс не открывай. Раз, два, три. Да боже, это мой кейс. Ладно. Ну ладно, да, ребята, 4-2, пока что я побеждаю. Да ты что, мои поздравления, братик? Мои поздравления. Так, ну что же. Мне жалко тик-така, если вам меня жалко. Пацаны, давайте хэштег. Тик-так, не плачь. Вы знаете, есть два тик-така. Тик-так, который орёт, и тик-так, который плачет. Нету нормального тик-така. Я не плачу, это всё подстанова. Ребята, смотрите. Сейчас я получу все легендарочки тик-така, потому что я выбью нож, и будет... Да ну нахрен, мне легендарка выпала. Ты видел? Легендарка выпала. Пацаны, счет на данный момент 5-3. Пока что побеждает дружба Кента ПК. Открывай, братик, желаю тебе твоих рарок. Поехали. 3-5. Ребята, вы же прекрасно знаете, что тик-так уже ничего не поможет. Ой-ой-ой. Да ты что, вот это я понимаю, хэштег покрутка. Всем спасибо, всем пока. Давай, иди сюда. У тебя... Ну, я не могу так играть, ребята, это подкрутка. У тебя еще есть шанс не проиграть сухую, пацаны. Смотрите, я вам сейчас покажу супер тактику. Смотри на палец, на мой палец. Да вон, там просто палец. Смотри на палец. Ребят, это была обманочка. Смотрите и завидуйте. Офигеть! Как ты это сделал? Ничего, как ты? А, подождите. Расскажи, я тоже так. Подожди, хочу. Там надо было показывать не палец. Там надо было показывать... Ладно. Габелла, ребят, я не могу с ними жить, мне страшно. Так, ну что? Так, давай. У тебя есть шанс отыграться. Один твой кейс открою. Один мой? А ты один мой. Ну давай. Открывай один мой. Так уж и быть. Дадим ему шанс. Заберу из твоего кейса всю твою удачу, смотри. Ой, спасибо. Открыл мой кейс. Ну фу, чувак, это все, это твой кейс. Счет 6. Дай мне мой кейс. Подожди, счет 6-4. Так ты еще... Ну да, 6-4, да. 6-4? Подождите, мы как-то неправильно считаем. 6-3. Да подожди, а еще осталось 4 кейса. А что 6? Народ, кто умеет считать лучше, чем мы, посчитайте, какой счет. А, стой, чувак, еще кейсы снизу должны быть. Подожди. Стой, а где кейсы пропали? Походу тик-так, хэштег обманыч, пацаны. Походу кто-то хочет подмутить мои кейсы. Где кейсы, алё? Я украл у тебя кейсы. Да подожди, а где? Не знаю, чувак. Счет 6-4, и только что тик-так открывал один мой кейс. Подожди, чувак, мы все перепутали. Мы взломали кейсы. Это взлом кейсов стендов 2. Пацаны, куда-то кейсы пропали. Пацаны, кейсы куда-то пропали без рофлов. А где? А как это, лол, реально? А где? У нас же должен быть еще пятый кейс. Смотри, давай еще пролистаем. Подожди, такой пятый должен еще быть куча кейсов. У тебя пропал кейс просто. Смотри. Давай. Эникус, Беникус, Аркамус, Выпадамус. Давайте, ребята. Сейчас мы посмотрим, что выпадет. Ой-ой-ой.
Обалдеть! Рарочка, как ты и просил, да? Заклинание не сработало. Ну, в принципе, ничего нового. Так, пацаны. А, кстати, помнишь, ты же говорил, что чтобы я открыл один твой фейбл кейс. Сань, слышишь? Я не могу, почему заклинание не работает. Так, тихонечко, не бойся. Я это в детский садик завтра отведу. В детский сад завтра отведу. Я не хотел говорить ничего про ТикТака, но он сам напросился. Починай, он сам напросился. Хэштикимус, ТикТакимус, Цибулькимус. Поехали. Так, пацаны. Ага. Смотри, теперь... смотри. А теперь... Ну ладно. Вот ладно. Это да. А теперь я тебе настоящее заклинание покажу. 7-5. Счет 7-5. Настоящее заклинание. Давай. Хэштекус, кент апекамус, шляпендримус, трицентиметрумус, выпадамус. Чекайте. Давай. Вот это заклинание. Пацаны. Давай, полетели, я пацаны, не могу, тик-так, да? Тик-так перепутал заклинание. Вот такое должно быть. Хэштикимус. А, полетели. Тик-такимус. Хэштикимус, тик-такимус. Нормальный чувакумус. Давай. Сработало! Офигеть, ничего. 8! Еще есть трек! Обалдеть! 8-5! Я просто выиграл ТикТака. Короче, ребята, вот такое вот вышло открытие кейсов. Если вам понравилась данная битва, поставьте лайк. Мы с ним продолжение только с другими кейсами. Пацаны, в этот раз Origin кейсы были выгоднее. Поэтому, пацаны, ставим лайки, подписываемся на наши каналы. И с вами был Кент АПК и 03 Сымимус. Всем удачи и всем пока. Топ чел. Был с вами топ чел и шляпа. Топ чел и 03 Сымимус. Не дай бог он вырежет. Давайте, пацаны, всем пока. Если он вырежет, пацаны, он нуб.